Гаджин Мухиевич Махачев родился 19 марта 1951 года в городе Хасавюрт. Окончил юридический факультет Дагестанского государственного университета. После службы в рядах советской армии работал на разных должностях в Казбековском районе и Хасавюрте. С 1991 по 1999 год депутат Верховного Совета ДССР и Народного Собрания Республики Дагестан. В 1995 году Махачев был избран генеральным директором акционерного общества «Дагнефть». В 1998 году назначен заместителем председателя правительства Республики Дагестан. С 1999 года по 2007 год депутат Государственной Думы, первый заместитель председателя Комитета по делам общественных объединений и религиозных организаций. В 2007 году назначен постоянным представителем Республики Дагестан при президенте Российской Федерации. В 2013 году Махачев был назначен заместителем председателя правительства Республики Дагестан.